Вот мы приехали на станицу, на остановку Донья Стумбица. Сейчас посмотрим расписание на обратный путь и отправимся к Топлицам. Значит, на станции нам сказали, что до отеля с Топлицами идти где-то минут 20-30. Мы выбрали идти не по путям, а через парк. И вот так прямо в городах растет черешня. Можно и перекусить по дороге. Мы находимся в регионе Загорье. Как Лина Тиша записывала. Как понятно из названия, это так называется область за горой, которая за Загребом, за Медведницей, Загорье. Вот. И здесь много термальных источников и, соответственно, курортных таких комплексов отельных, купален с термальной водой, который называется на хорватском Топлице. Вот мы выбрали одни из них и решили проверить. Называется Езерчице. Вот туда мы направляемся сегодня. Вот мы и дошли, идти недалеко, наверное, ну, минут 10 от станции. Так, не спеша идти. Вот термы Езерчице. Начать с открытого бассейна. Тут еще виды какие шикарные. Это открытый бассейн. Шезлонги, зонтики. Что тут еще есть? Горки. Детская площадка. Красивый вид на гору. Вода теплая, приятная. Песню. Это песня маминая, любимая. Это друзья эти. Возвращаемся мы из Топлиц. Нам все очень понравилось. Удобно все, продумано, все комфортно. Не очень много людей. Никаких очередей нигде нет. Несколько бассейнов с разной температурой. Похолоднее, погорячее. Для постарше, для помоложе. Для тех, кто побыстрее любит поплавать. Для тех, кто просто любит поваляться, порелаксировать в пузыриках. Есть где перекусить. Душ, раздевалки, как бы все нормально. Мы всем довольны и не очень дорого. Не такие они раскрученные, популярные, как другие Топлицы, но, по-моему, заслуживают внимания.